обозвал клоун. Уже давно не возглавляет Рубин, но Кверквере, экс-защитник Рубина, забивает! Второй гол в чемпионате. Фантастика. Удивительно и результативно. Подправляет уже в роли центр форварда. Вот тот самый центр форвард, который нужен был Локомотиву. Вот это развязка. Рифат Джавалетдинов. Экс-игрок Локомотива забивает ворота Лока. Соломон Кверквере, экс-защитник Рубина, забивает ворота Рубина. Вот это да! Вот это драма! Браво, Рубин! С последних сил!